привет! Меня зовут Светлана, и это передача «Покашеварь». Сегодня мы будем готовить борщ. Но у нас получился экспромтом, потому что у нас не оказалось мяса, но у нас была курица. На самом деле многие скажут: курица, это же только лапша. Но на самом деле борщ из куриного бульона очень полезный, питательный, диетический и достаточно вкусный. Значит, для этого нам понадобится курица. Вот мы уже начали варить бульон. Я взяла деревенскую курицу, купила на рынке. Вот у нас здесь и крылышко, ножка. А потом нам понадобится капуста, средненькая свекла. Я люблю густой борщ, поэтому у нас будет побольше картошечки. Я взяла 5 штук. Небольшая помидорка, но она не обязательно, но вот я люблю с помидорками. Значит, у нас луковица для зажарки, морковка, чесночок, который мы будем добавлять в зажарку, протертые томаты, или они у нас кусочком? Чем они? Они у нас кусочком, тоже пойдут в зажарку. Что касается приправ, то мы будем пользоваться только натуральными приправами, исключительно соль и перец. Так как мы варим курицу, а не какую-нибудь там говядину, да, то бульон у нас будет готовиться достаточно быстро. Учитывая, что это деревенская курочка, мы будем готовить его минут 40. То есть это мы отсчитываем 40 минут от закипания бульона. Теперь мы его посолим. Сейчас мы будем делать зажарку. Для зажарки нам понадобится морковка, лук, чесночок, томат и томаты. Ну, как-то так. Ну, и приправки. Чтобы наша морковка не поплыла, мы ее будем добавлять после лука. На самом деле, вариантов заправки для борща достаточно много. Кто-то, например, заправку бросает только вот морковь и лук. Я, например, в заправку добавляю сразу свеклу. Если варить свеклу без прижаривания заправки, то цвет будет не очень хороший. Мы заправку еще будем выдавливать сок лимона для того, чтобы заправка сохраняла свой цвет, чтобы борщ у нас был красным. У нас немножко пожарился лук, и сейчас мы туда добавим морковку и свеклу. Свеклу нельзя долго пережаривать, мы ее будем жарить вместе с морковкой буквально пару минут. Пару минут ее немножко помешаем, а потом будем тушить в томатной пасте. В заправку также можно добавлять перец. Но когда добавляешь перец в заправку, она становится слаще. Без разницы, можно не добавлять помидора. Я просто изначально рассчитывала на томатную пасту, поэтому я взяла помидор. Но так как у нас есть уже резанный помидор, ну, много, да много не мало на самом деле. И помидоры, и то еще можно добавить. Можно импровизировать. У нас же импровизированный борщ получился. Значит, в заправку можно использовать либо томатную пасту, либо протертые помидоры. Нужно смотреть, какие специи у нас находятся в данных банках. Вот здесь у нас идет томаты, томатный сок и лимонная кислота. Это значит, что для того, чтобы у нас была вкусная заправка, мы еще будем ее солить и перчить. Если мы будем пользоваться томатной пастой, то, соответственно, мы уже будем меньше перчить и меньше солить нашу заправку. Вот, собственно, вся и разница. Еще есть одна фишка. Я не знаю, много ли людей так делает, но я делаю именно так. Я буду тушить не в воде, а в курином бульоне. Делаем очень просто. Мы берем из нашего кипящего бульона бульончик. Можно также томатную пасту и протертые помидоры. И вот так вот их разбавляем. Буквально вот 2 ложечки у нас получается. Ту
Сушить мы будем минут 5-7. Сейчас мы чистим чеснок. Добавлять мы будем пару зубчиков чеснока в самом конце готовки заправки. Заправку мы солим и перчим. Ну, немножко совсем, вот так вот. Все. Чтобы заправка не потеряла цвет, мы не выдавливаем туда немножко лимонного сока. Также можно вместо лимона добавить туда уксус. Ну, она у нас почти готова, и мы добавляем туда чеснок. И сразу же ее выключаем. Соответственно, за 15 минут до окончания приготовления нашего бульона мы будем забрасывать туда картошку и капусту. И заправку. Нарезаем картошку кубиками. Забрасываем картошку в бульон. Забрасываем нашу капусту вместе с картошкой, потому что она варится примерно одинаково по времени. Сейчас мы ждем, когда это все начнет закипать, и будем добавлять туда нашу зажарку и варить оставшиеся минут 10. Добавляем туда зажарку и варим еще минут 10. Учитывая, что у нас плита какая? Электрическая, то мы просто потом выключим конфорку, и борщ сам собой дойдет. Видите, какой у нас цвет получился? Все за счет лимона. Если зажарку добавлять в самом конце готовки борща, то капуста будет вот такая вот бледная. А я не люблю, чтобы она была бледная, она у нас немножко подкрасится. Немножко не рассчитали мы воды, поэтому будем ее немножко отливать. Ну вот и все, наш борщ готов. Мы его выключаем. Вот такой у нас получился борщ. Кто хочет, может добавить туда зелень в конце. Как видите, капустка у нас окрасилась немножко. Чтобы он дошел, мы его накроем крышечкой. Сам, фу ты, блин. Как ты так делаешь, а? С вами была передача «Покашеварим». Всем пока, до новых встреч!